МВД России по Великолепскому району было возбуждено уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. В массиве у деревни Чернево Великоустинского района было вырублено около 17 кубометров деревьев хвойных пород. Мной совместно с членами ДНД было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им являлся житель деревни Чернево, который в последующем свою вину признал в полном объеме и пояснил, что срубив данную древесину, он не смог ее вывести ввиду того, что технику, которую он нанял для вывозки, забуксовала и не доехала до места складирования данной древесины. Факт незаконной вырубки он совершил, значит, для своего обогащения с целью дальнейшего сбыта. И за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет со штрафом до 300 тысяч рублей. Ущерб составляет 121 тысяча рублей, что является крупным размером.